Всем привет и добро пожаловать в игру Ninja's Creed Credo Ninja. Пойдем-ка мы прочекаем арену, что у нас здесь такого интересного будет. И турнир, кстати, есть. Можно зайти в турнир и немножечко повоевать там. Так, ну, боты сплошные, да. Надеюсь, у меня будет спаун хороший. Спаун у меня не очень хороший, но зато сразу прям цель есть. И еще одна цель. Так, нацелимся. Оп. Хорошо. Кто у нас здесь? Ага. Привет, ты где там спрятался? Вот он ты, да? А тебя уже убрал кто-то. А кто этот хороший такой человек? Или нехороший человек? Так, а ты где? Хорошо. Не могу я тебя найти. Да где он там? Я вообще его не вижу. Ладно. Пусть стреляет. Мы тут себе вот так вот сделаем на всякий случай. Надеюсь, его тем временем кто-нибудь снимет. Потому что я просто не вижу вообще, откуда он стреляет. Просто я не понимаю, откуда. Откуда он стреляет? Вот где он там? Вот он стреляет откуда-то, а как его увидеть вообще, где он? Так, ладно, давайте найдем цель какую-то, вот. Цель. Нам надо зарабатывать очки, пока мы лидируем. Так, еще одна цель. Пока мы лидируем, это хорошо, все. У нас сплошняком боты сплошные. И это мне только на руку, потому что я, грубо говоря, зарабатываю очки. Так, вот, я правильно заметил. Хедшот. Хедшот. Еще раз сделаем защиту. Если это защита. Так, я тут заметил еще кого-то. Не, не заметил. Не заметил. Никого не вижу, никого не слышу. Так, ну кто-нибудь хотя бы, кто-нибудь... О, привет. Привет, так. Где-нибудь кто-нибудь еще есть или нету? Нужно зарабатывать больше очков. У меня совсем практически не осталось вообще жетонов. Потому что я их потратил на всевозможные апгрейды. И, к сожалению, теперь нужно каким-то... А, тут я уже второй раз попадаюсь на эту уловку. Так, и теперь я буду смотреть рекламу на самом деле. Для того, чтобы получать больше наград. Вот как раз жетоны. То есть, когда мы посмотрим рекламку, будет у меня 600 жетонов, а не 300. Да, нужно на самом деле почаще заходить в на арену. Так, еще раз предлагают посмотреть рекламу. Ну, уже три рекламы показали. Так, ну что ж, награду мы получили и снова идем сражаться. А мы можем в турнир зайти. Давайте-ка зайдем в турнир. Максимальное количество очков. Так. Ладно, миссия, рейтинг. Вперед. Не знаю, чем отличается та же Япония. Так, здесь у нас уже вроде как не боты, да? Опять-таки, надеюсь, мне повезет со спавном. Сразу ищем цель. Просто сразу прям ищем кого-нибудь. Вот, цель есть. И даже две. Привет. Так. Не расслабляемся и быстренько. У меня спавн не самый хороший, потому что я стою где-то посередине. И меня могут вообще с легкостью снять. Попал. Там ничего не видно было, но тем не менее попал. Так, ага, окей. Привет. И тебе привет. А, нет, я тебя не убрал. Так, надо защиту вколоть. Где-то кто-то у нас здесь был. Там я никого не вижу. Здесь я никого не вижу. Здесь никого не вижу. Никого за спиной.
Никого надо мной, никого подо мной. Кто-нибудь, наверное, где-нибудь есть? Наверняка же... Ага, привет. Хедшот. Отлично. Так, здесь кто-то есть? Нет. Показалось. Показалось, показалось. Здесь тоже никого нету. И здесь никого нету. Ладно, так, идем куда-нибудь в другую сторону. Никого не вижу. Я переместился на второе место. Это неприятно. Надо срочно кого-то искать. Надо срочно кого-то искать. Я никого не вижу. У меня что за спаун такой вообще странный, что я никого не вижу. Так, отлично. Все, у меня снова первое место, но ненадолго. Надо кого-нибудь найти вообще. А где все-то? Где все? Вот. Все, отлично. Я выбился в лидеры и надеюсь, я тут и останусь. Все, отлично. Я в лидерах. И будем смотреть рекламку, чтобы получить больше наград. Всего-навсего 274, так что надо. Ну что ж, забрали награду. Не успел забрать награду, показали еще три рекламы. Так, персонаж у меня проапгрейжен, я не могу улучшить его, потому что у меня просто нету столько денег, чтобы его улучшить. Но у нас есть код, который надо бы нам активировать. Опция, код выкупа. И код у нас в этот раз следующий. V, FO, V, Y, H, V, 8, U. V4, VY, N, точнее H, V, 8U. Да, подтвердить. Код погашения не существует, введите его повторно. Отлично. Так, а что у нас неправильно? В 4. Ага, все, я понял. Так. 2Y. Вот так вот. В4, В, Y, H, V, 8U. Все, отлично. Все сработало. Немножечко протормозил, но вовремя сориентировался и исправился. Так, мне нужно еще на самом деле на арену зайти. Все для чего? Для того, чтобы получить ежедневную награду. В принципе, это не суть важно, но надо бы ее получить. Так, здесь у нас в основном боты. И опять-таки спаун. Спаун у нас довольно-таки паршивый. Ну, прям реально паршивый. Я практически внизу в центре. И у меня скрыто огромное количество локаций. Я ничего не вижу отсюда. То есть я вижу только тех, кто заспавнится где-нибудь вот рядом со мной. Таких вот, как этот ниндзя. И, в принципе, все. Больше я никого не вижу. А вот они меня видят довольно-таки, ну, по идее, должны видеть очень хорошо. Хотя я внизу где-то. Было бы неплохо, если бы меня кто-нибудь убрал. Чтобы меня спаун изменился, и чтобы я где-нибудь в более интересном месте заспаунился. Ну ладно, раз вы пришли на мою территорию, то мы с вами разберемся. Отлично. Отлично, привет. Красавчик, так. Еще у нас будет кто-то здесь? Не, больше нет гостей. Можно было, конечно, ему позволить убрать меня для того, чтобы вообще отсюда смыться. А, ну ладно. Раз у нас кто-то спавнится рядышком, то... Ну давай, где ты там?
Все, а тебя уже больше нету? Кто в меня стрелял-то? Давай, давай, давай. И его убрали, а? То есть я даже не могу погибнуть вообще. Попал. Класс. Зацепил чуть-чуть за ушко. Почесал за ушком. Ну ладно. Кто-нибудь, надеюсь, здесь сейчас у нас появится, чтобы мы... Да, появился. Хедшотик. Нам нужно просто вырываться вперед. Еще один появился. Ну ладно. В целом неплохо. Хедшотиками снимаем, получаем очки и вырываемся вперед. И это, собственно, главное для того, чтобы получить наибольшее количество очков за арену, за участие в бое. Так, привет. Отлично. Ну, теперь ты уж точно первый. Не успел, не успел, совсем чуть-чуть не успел. Надо забрать двойную награду. 356, это уже получше. Отлично, 712. Так, и теперь у меня хотя бы 4000 есть. 4000 жетонов. Но это, в общем-то, неплохо. В турнире я на 43-м месте, что печально. Так, ежедневные миссии. Вот что я, собственно, и хотел получить. Дополнительные жетончики. Почему бы и нет? То есть заработал жетонов там и получил немножко жетонов здесь. Потому что совсем у меня печально все с жетонами. Я их все потратил на улучшение. То есть на апгрейд лука для Ниди. И, соответственно, там апгрейды уже стоят прилично. Так, по 2000, там по 3000 за апгрейд. Соответственно, как бы жетончики улетают вообще очень-очень быстро. И денежек совсем практически нету. Поэтому нужно почаще заходить на арену. Или, собственно, куда-нибудь в войну демонов и так далее, для того, чтобы зарабатывать побольше ресурсов. Ну а на этом, пожалуй, все. Успейте активировать код, получить награды. И до следующих видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.